Блять, война интересная, все какие-то, блядь. Ну вот мы сейчас в 9 часов будем дома, будем смотреть новости, потому что папа сказал, он конкретно наши поперли, и Кадыров сказал, больше никто ждать ничего не будет. И сейчас конкретно они начали идти на Донбасс, так я поняла. Типа сейчас будут заниматься этими нацистами, травить их, что ли. Короче, что-то будут делать. Пацаны читали в интернете новости, Зеленский сказал, типа, Путину, типа, выводи войска, и мы, ну, и, типа, договоримся, блядь, обо всем. Да это, может быть, Костя, еще фейковая информация, потому что по телевизору бы показывали бы. Ну ничего, ничего, это там в Телеграме, как бы, все, знаете. Все думают, это Путин молчит, а что молчит, не знаю. Здесь уже, говорят, на 26 мая все перенесли. Я не знаю, короче. Ну, видишь, у вас 90 дней, когда? 24 мая, получается. Да, то есть могут еще продлить. Сейчас еще не война идет, а спецоперация. Вот поэтому могут и продлить, сказали. Кажется, навряд ли будет все это продлевать. Потому что если это продлевать, Костя, воевать будет некому уже. Там вообще на позициях, пацаны, он месяц, ровно сегодня месяц, как они вообще их там долбят каждый день. Они с окопов вообще не выходят. Вообще, они говорят, мы уже заебали. Мы уже, говорит, все, не можем, говорит. Вот до 24-25 ждем, говорит, мы бросим, говорит, все, говорит, нахуй едем, говорит, отсюда. Ну, их потом закроют и все. Так кого там закроют, Саша? Они все понимают, здесь все понимают, что здесь просто пиздец. Потому что начальству всем похуй, они сидят там в этом, блядь, подвале нахуй. И похуй им. Ну, будем надеяться, что побыстрее все это. Что там за собрание вчера было в полку, да? Вот это там, жены, бля, ходили на собрание. Там собрание было, за посылки собирались у жен. Там же жены кипиш подняли. Ну, сказали, типа, нихуя, типа... Я ему, блядь, слова не могу сказать. У него опять все пидорасы, блядь. Начал мне все рассказывать про каких-то контрактников, про каких-то там срочников. Я вообще... Он даже не спрашивает, кто я. Просто все вот так вот все выкладывает мне. Правда, никто никогда не скажет, тем более с части. Потому что, знаешь, сейчас это понесут всем. Ну, как сказали в штабе ВДВ, до 9 мая выведут все войска. Я тоже слышала, потому что Путин хочет, чтобы 9 мая, типа, отпраздновать вторую победу. И вот он хочет до 9 мая все это разрешить все. Ну вот он и молчит, а чего молчит, я хуй его знаю. Он уже вообще молчит, что-то говорит. Его дело в телевизоре показаться, блядь, раз в неделю, и все. Там за него уже все делают. Живым, блядь, отсюда бы еще приехать, это было бы вообще заебись. А что ты должен оттуда не живым приехать? Ну вот сегодня как, блядь, пацан вышел, блядь, пошел в туалет, блядь, долетел осколок, все, умер. Туалет. Обстрелы были? Сегодня утром вышел в туалет, блядь, 24 года, и все, и пиздец. Там еще единственный сын, что ли, в семье.